трансляцию из Вашингтона, где Бартонские Беллы готовятся выступить перед президентом Соединенных Штатов в его день рождения. О нет, она без нижнего белья. Ситуация обнажена до предела. Поворачивается. Нет. Мы все обречены. Мне страшно. Австралийская певица преподнесла президенту экстравагантный подарок. Беллы исключены. Вас заменят чемпионы Европы. Мы группа The Sound Machine. И как с ними тягаться? Думать не моя работа, я секси. А, полегче, секси здесь я. Если мы выиграем мировой чемпионат, нас восстановят? Если выиграете. Барденские Беллы, вы такие мелкие. Мы вас порвем. Ваша команда, как бы это сказать помягче, полная лажа. Бывает, знаете, просто не бэ, не мэ, но тут случай совсем тяжелый. Never trust a big button smiles, that girl is poison. Here we go, yo, here we go, yo. So what, so what, so what's the scenario? Может, уже свалите? Надо же, немецкая агрессия? Ах, боже мой, как страшно. Забыл, что Вторую мировую вы слили. Сотрутся из памяти соревнования и шоу. Но вашей физиономии я забыть не смогу. Я тоже. И я. Я тоже. Предвижу море критики. Команда из Штатов. А самая талантливая у них австралийка. Да, эти малышки сметут любые преграды на своем пути. Вы вдохновляете девчонок со всего света, которых не взяли в модели. Идеальный голос 2.